Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Мы разбираем номер 711, алгебра Макарыча, 7 класс. Разложите на множители многочлен. Итак, первый пример. Х в третьей степени плюс х во второй степени плюс х плюс 1. Вынесем из первых двух слагаемых х во второй степени. Останется х плюс 1. Во втором мы ничего не будем выносить. Во второй группе слагаемых просто возьмем в скобки х плюс 1. И после этого мы видим, что х плюс 1 это новый общий множитель, который мы вынесем за скобки. После вынесения общего множителя за скобки у нас останется от первого произведения х квадрат, от второго 1. Поэтому наши множители будут выглядеть так. Х плюс 1 на х квадрат плюс 1. Следующий пример. Y в пятой степени минус Y в третьей степени минус Y во второй степени плюс 1. Итак, снова ничего не меняем порядок их расположения, а выполняем следующие операции. Из первых двух слагаемых выносим Y в третьей степени. Остается Y в квадрате и минус 1. Минус. Вынесли из двух первых. Из двух вторых слагаемых минус. Получилось y квадрат минус 1. Поэтому y квадрат минус 1 вынесли как общий множитель. И от произведения осталось y в кубе от первого и минус 1 от второго. Наше произведение выглядит так. Y в квадрате минус 1 на y в кубе минус 1. Далее. А в четвертой степени плюс 2, а в третьей степени минус а минус 2. Из первых двух слагаемых вынесем а в третьей степени, останется а плюс 2. Из вторых слагаемых вынесем минус, останется а плюс 2. А плюс 2 – новый общий множитель, выносим его за скобки. В скобках остается а в третьей степени от первого произведения и минус 1 от второго произведения. Общий вид. А плюс 2 на А в третьей степени минус 1. Далее, Б в шестой степени минус 3Б в четвертой степени минус 2Б в квадрате плюс 6. Из первых слагаемых вынесем Б в четвертой степени. Б в квадрате минус 3. Минус 2Б в квадрате минус 3. Мы видим, что наш новый общий множитель b квадрат минус 3. Мы вынесли минус из последних двух слагаемых нашего многочлена. Итак, после вынесения общего множителя b квадрат минус 3 у нас осталось b в четвертой степени от первого произведения и 2 от второго. И поэтому наши множители будут выглядеть так. b квадрат минус 3 на b в четвертой степени минус 2. Далее, а квадрат минус аб минус 8а плюс 8б. Итак, из первых двух слагаемых мы вынесли общий множитель а минус б осталось, а из вторых двух слагаемых мы вынесли минус 8. Получается результат а минус б в скобках. А минус б наш общий новый множитель. Мы вынесем его за скобки а минус б. От первого произведения останется а, от второго минус 8. Произведение выглядит так. А минус b на а минус 8. Далее. Аб минус 3b плюс b квадрат минус 3а. Здесь мы перегруппируем наши составляющие многочлена. Итак, аб минус 3а сгруппируем плюс b квадрат минус 3b, вторая группа наших слагаемых. Итак, из первой группы вынесем а, останется b минус 3, из второй группы вынесем b. Но, обратите внимание, мы поменяем местами слагаемые b и минус 3. Поэтому b минус 3 будет нашим новым общим множителем, в скобках останется а плюс b. Поэтому произведение примет вид b минус 3 на а плюс b. Далее. 11x минус xy плюс 11y минус x квадрат.
Перегруппируем в наше многочление наши слагаемые. Первая группа будет выглядеть так. 11х плюс 11у. Далее будет минус х квадрат минус xy. Равняется. Вынесем из первых двух слагаемых 11. Результат после вынесения останется x плюс y. Минус x вынесем из второй группы слагаемых. Останется x плюс y. X плюс y, новый множитель, выносим за скобки. Остается в скобках 11 и минус x. Наши множители имеют вид x плюс y на 11 минус x. И последний пример. Kn минус mn минус n квадрат плюс mk. Снова перегруппируем наши слагаемые. В первой группе будут слагаемые kn плюс mk, во второй mn минус n квадрат. Из первых двух слагаемых вынесем k, останется m плюс n. Из вторых слагаемых, второй группы слагаемых, вынесем минус n. Также останется m плюс n. Итак, m плюс n – это общий множитель, и выносим его за скобки. От первого произведения остается k, от второго – минус n. Результат такой. m плюс n умножить на k минус n. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.